снимать? Вот это вот в этой коробке будет резина. В этой коробке будет резина. В этой... Эта резина состоит двойная. Видели, да? Получилось. Поэтому можно будет отрывать, разрывать ее на половину. Вот это можно будет хорошо положить сюда. Видите? Кстати, это я предложил такие соревнования проводить. Игорь нашел правила румынские. И один спортсмен, руководитель, и второй спортсмен. Ну-ка, давайте мы больше трогаем. Отпусти, отпусти. А, да, да. Тут, поражаем сильнее стабилизатор, но за счет оборотов он поднимется. Почему, вы видели, он бегал по кругу, не поднимался, он больше оборотов. Да? То есть 170. Да. Вы говорили? 160 тысяч. Ну, это накручиваем. Я не считаю. Ты считаешь? Да. Давай считай. И говори мне, сколько? 50. Осторожно, осторожно, воздух. Воздух. Я присел, но... 160. 160, давай. Еще 15, давай. 170. Еще 5. Держи воду. Миша, идем. Миша, давай. Я не знаю, как это сделать, но я не знаю, как это сделать.
это не поднимается, круги хорошие, но не поднимаются. Thank you.
Арі повезло. Thank you.
Да, помню. Ай-яй-яй.
хочется сказать, что у нас достаточно все было организовано. Мне понравилось. Все дисциплинированы. Результаты прекрасные. Не у всех, но я думаю, что подтянутся для остальных. Поэтому всем отправляется благодарность. Молодцы. Улучшайте свои достижения. Спасибо. А сколько вы более любите, вы же говорили. А шаг я справа, пошли как-то ко мне начал посмотреть, говорит, что ты компетент. И принял автор не для тебя и принял статус. А мой сказал, Доля, что для меня моя культура оказалась моя компликация. Хорошо, то есть не сомнение, что соединяется. Ну, кто не тут почеш. Субчесть и партияшим мать. А ты же мать. Кулачата, компетенции, вот, слышите, да? Может, слышите. Quartau Damiana, pentru luptă pentru victorie. La competițiile rășinești, la viaia modelist, în tot. Se decernează elevul Țărat Alexandru pentru cel mai tânăr participant la competițiile rășinești, la aeromodele, zilele competențe, în Dorcă. Se determinează elevul Otmar Alexei pentru locul 3 la competițiile rășinești. Se determinează... Спасибо судьям.